Перед вами театр «Невидимки». Значит, у нас всего один спектакль в нашем репертуаре пока что. Это «Алые паруса». Вот. Ну, многим кажется, что это такая история сладенькая, романтическая, не имеющая отношения к реальности. Вот. Для меня, например, это такая притча о том, что как бы, ну, бывают совершенно безвыходные ситуации, когда кажется, что ничего хорошего быть не может просто никак. А чудо все равно каким-то образом случается, а просчитать это было невозможно. Вот. А случается оно потому, что какой-то человек проявил какую-то добрую волю. И вот, ну ладно, зачем я все это? Это просто мое такое понимание. Вы понимаете, что это длинная история про «Алые паруса», и наверняка вы все ее читали. Я просто буду напоминать немножко, о чем у нас сцена. Мы споем несколько сцен из нашего мюзикла. Начнем просто со вступительной песни, с нашей увертюры. Чего ты хочешь, кого ожидаешь? Посыльный ветер, он все теряет, а ты подбираешь. Волна приходит, а с нею сказка сама лезет в душу. Качает море, качает сушу. Качает море, качает сушу. Качает море, качает сушу. Качает море, качает сушу. Разбегается волна и ищет медведь припал к воде. Там огни бросают воду, берег, что не значится нигде. Появился, исчезает, ну а ты ищи и вспоминай тот край, тот край. Смотришь на море и ждешь непрестанно. Говори со мной, пока нет вести с материка, ни волны, ни ветерка, ни капу под бока. Чтоб превращались скорее в шрамы открытые раны. К краю волшебном и одиноком. Волшебно и одиноко. Что смотреть, как тучи хмурясь, медленно сжимаются в кольцо. Каждый день нелепо щурясь, снова рисовать себе лицо. На привозе, на причале, не вступай в торговлю ни за что. Сойти с ума и жди корабля своего. Скорей туда, и, может, дождешься его. Краем его задевает.
случилось не так, как повсюду. А значит, все же случилось чудо. А значит, все же бывает чудо. А значит, все же бывает чудо. Микрофонами. Значит, следующее. Да? Сейчас перед вами появляются наши герои. Ну, главная героиня, как вы знаете, это девочка Ассоль. Это девочка, которая выросла в селении Каперна на морском берегу. Отец ее был моряк бывший. Но когда умерла ее мать, буквально после ее рождения, отцу пришлось вернуться домой, бросить морское дело и воспитывать дочку. А жили они на то, что он делал, мастерил кораблики, и продавали они их в городе. А Соль ходила в лес. Ребята, вы немножко мешаете. Давайте уж поставим это, разговорное. Тихонечко. Вот. Их не очень любили в селении, где они жили, в Каперне. Соседи у них были в основном какие-то очень недобрые, такие грубоватые люди. Вот. Но, тем не менее, вот они мастерили эти свои кораблики. И часто, когда разговаривали, отец разговаривал с маленькой Ассоль, он ей рассказывал истории своей морской жизни. Но, учитывая, что он говорит с 7-летним ребенком, он облекал это в сказочную форму. И вот наш корабль среди скал заплутал. Тигровая кошка не зря предвещала беду. И выйти живым уж никто не мечтал. Место в проливе такое, похлеще Берму. Их и подводные встретить во мраке могли бы. Но вот из воды показалась, и путь к берегам показала, говорящая, летучая рыба. За ней, и вот мы за ней, и вскоре увидим море огней. Папа, папа, как чудесно вы спаслись. Вот дочка моряка проходит жизнь, то вокруг грохочет порт, то волной бьет о борт. Ты же знаешь жизнь. Гремит ветрами шторм и поет морской народ. Ты же знай, держись. Папа, папа, где живет морской народ? Под водою глубоко на дне живет. Что для нас морская гладь, что для них без на ответ все наоборот. Еще кораблей свет.
хочу туда, в море, в небо, в другие города. Вот я вырасту, папа, и тогда... Конечно, а пока отправляйся вниз. Со светла вернись, да смотри, не заблудись. Неси туда наш новый флот. Помни, твой папа тебя очень ждет. Пошла с корабликами в корзинке в город Лис продавать эти кораблики. И тут-то и случилась с ней эта история. Она обнаружила в корзинке кораблик с парусами не белыми, а алыми, как ни странно. Вот. Потому что, оказывается, у папы просто материи не хватило, и он соорудил кораблик из подкладочной ткани. И она решила с ним поиграть, запустила его в ручеек. А кораблик от нее убежал. И ей пришлось очень долго гнаться за ним по лесу. И, наконец, она прибежала, буквально чуть ли не уткнулась в большого человека, вот в этого, который сидел как раз у этого ручья, предавался размышлениям, фантазиям, потому что он был сказочник бродячий. И когда он увидел кораблик с необычными совершенно парусами, у него сразу заработала фантазия, у него сразу стали складываться какие-то сюжеты в голове. Когда он увидел девочку с такими глазами, то он тем более это все увязалось в его сюжет. Так что вы сейчас увидите историческую встречу Ассоль и Эгля, вот этого самого сказочника. И перебирал сюжеты, как положено поэту, запевая все анисовой, как вдруг. Это что же за явление? Ну-ка, подойди, растение. Признавайся, эта штука твоя? Моя. Вот как? Ну тогда прошу прощения. Это кораблекрушение. А скалой тут, наверное, был я. Но смотри, она в порядке. Построил эту яхту. Папа мой мастерит кораблики, делает игрушки он всякие забавные. Ну посмотри, она цела, смотри-ка, снова поплыла. Не видел никогда такую вещь. Не видел никогда такую вещь. Придумай, Крападим. Такую вещь. Придумай, Крападим. А, погоди-ка, погоди-ка. Так. Ты пришла из леса, правильно? Да. Неужели ты из Каперны? Из Каперны. Помню, как ты занесло меня туда. Ой, да уж. Люди там на редкость грубы. На тебя глядят сквозь зубы. Ну, а песен не поют никогда. Каперна, такое дело я давно бы ноги сделал оттуда. Как же ты там живешь? А из глаз твоих так смело смотрит ожидание чуда. Ну неужели ты напрасно в жизни этого так ждешь? Как зовут тебя?
скажи. Ассон. Замечательное имя. Отдай, ты ведь поиграл уже. Держи, на меня напал сюжет. Мне захотелось вдруг придумать чудо-сказку для тебя. Послушай, я скажу такую вещь. Давай я расскажу такую вещь. Послушай, я скажу такую вещь. Давай я расскажу, а ты послушай. Пройдет, ты выйдешь на берег, а там увидишь, к пристани идет корабль над всеми парусами алыми. Стоит на палубе его отважный, славный капитан. На палубе его узнаешь по глазам, корабль по алым парусам. Берегу. Я буду ждать на берегу. И знать, что это за тобой. Ты поспешишь к нему навстречу, и он возьмет тебя с собой. Меня с собой? И вы под чудо парусами отправитесь тогда туда, где счастье будет с вами. Это все мне? О! Сколько лет пройдет, не знаю, но придет пора такая, и случится это чудо с тобой. Ну-ка, что тогда ты с этим делала? Я б тогда его любила, если он не будет драться. Да бог с тобой. А вдруг он здесь уже? Нет, сначала много лет пройдет. Придет и точка. Теперь обязательно придет сюжет на славу. На том рассказ окончен мой. Придет. Ну а теперь беги домой, беги, не забывай. Беги, мечтай, беги, не забывай. Кушок Игорь. И вот Асоль прибежала к папе, стала ему рассказывать сразу про эту историю. А их в это время подслушал один нищий, разнес это потом по всей деревне. И, в общем, да. То есть папа сразу понял, что на самом деле дочка, конечно, очень рада, а дело-то пахнет керосином, потому что никто, конечно, к ней не приедет, с какой стати. Он понял, что это невоплотимая совершенно история, и очень сильно расстроился. И стал думать, как же ему быть вообще, разочаровывать ее, говорить ей о том, какая суровая жизнь, или, может быть, не говорить. Вот сейчас его размышления как раз вы и услышите. Пусть тебя не коснутся они, злые мысли недобрых людей. Знай, мир чудеснее, чем кажется нам, жизнь прекраснее, чем думали мы, оказавшись неведомо где. Кто-то считает, что мир невелик, только так, что зажат в кулаке,
Но лишь только рискни, оторвись от привычной земли, ты увидишь бескрайний прилив, не увидишь границы вдали. Сколько в жизни встретим еще парусов, и не только прекрасных, а грязных, как от них уберечь себя? Пусть во сне придет тебе кораблик твой, девочка моя. Да, как-то с нами случилась беда, мы как будто попали туда, где надежд не бывает. Да, но однажды, не веря глазам, как-то встретился с чудом я сам, и теперь это знаю. Да, мне ведь встретилась мама твоя в далеких и бурных морях. Знал и верил я, Мэри моя, будет нас обязательно ждать, значит, я непременно вернусь. Спи, за летучую рыбу лети, а голландец пройдет стороной, потому что я буду с тобой. Хоть на нас ополчился весь свет, знаешь, чем тут не шутит судьба? Может, все же придут и твои цвета радости, цвета любви, цвета алой зари паруса. Почему бы и нет? Раз волшебник так сказал, значит, так тому и быть. Сказка за тобой пришла, сказка — верное укрытие. Пусть лишь сон — это сказка твоя, пусть никто не разбудит тебя. Спи, дочь, спи, осоль, добрый сон, приходи. Гусев, наш Лангрен. Ну, молодец. И теперь перенесемся в другое место. Служит старый морской волк, которого зовут капитан Гоп. И тут к нему вдруг приходит наниматься на службу Юнга. Юнгой мальчик. И капитан этот знает, что мальчик этот из... Дима. Мальчик знает, что... Капитан знает, что этот мальчик из знатной семьи, он убежал из замка, где он рос в полном богатстве, довольстве, и должен был стать таким наследным аристократом. И тут все-таки мальчик этот прибежал, чтобы стать моряком. И сначала капитан отнесся к этому очень скептически, потому что, ну, явно неженка, аристократ, скоро запросится домой, к маме. Но оказалось, что этот самый... Артур Грей, который прибежал к нему, выдержал все эти испытания и действительно научился делать все, что делают матросы. И тогда капитан понял, что этот человек станет капитаном, и принялся учить его морской науке. Вот, знакомьтесь, Кэп Гоп. Здравствуйте.
Скорее в пути, ты знаешь, капитан. Придется и тебе идти к ржаным Зурбаган. Идти в пролив кассет, пути другого нет. Но после этого тебе поверит океан. Я, например, жалею, что прошли те времена, когда по морю только и шатались паруса, не знали берега, ни дыма, ни гудка, и были с ветром заодно крылатые суда. Путь, бери с собой свой ценный талисман, поскольку может всех в пути настигнуть ураган. Хотя не нужен он, вещица ни при чем, ты должен верить, что тебе цунами нипочем. А если сбиться с курса, ты стреляться погоди. И выше голову, сынок, ты в море не один. Ищи по сторонам, ищи, будь смелей. Не замечать, что сбился с курса, это, брат, страшней. Если не видны давно знакомые огни, храни их сердце все равно, не забывай о них. И где бы ни был ты, держи свои мечты, увидишь, сбудется она в нежданный самый миг. А если шторм назло из рук не выпустишь штурвал, и чертыхаясь проведешь свой прик ты между скал, тогда да будет так, вдруг свет блестет сквозь мрак, и ты увидишь с берега, зовет тебя маяк. Ба-да-бу-да-па-па, ба-ба-ба-ба, ба-да-бу-да-па-па. И ты увидишь берег. Земля! Сергей Колесников. Наш новый кэп-гоп. Ну, друзья, к сожалению, мы не можем вам рассказать самое интересное, самое, по-моему, классное. Это как капитан Грей решил все-таки воплотить вот эту самую мечту, которая не должна была быть воплотима. Я надеюсь, что вы достанете книжки и еще раз оживите. Это просто очень, ну, мне кажется, это самая лучшая вообще часть этой книги. Ну, и мы просто спойлерим и говорим, что в итоге все-таки Алые паруса, Косоль пришли. И сейчас мы как раз споем про этот самый приход. Ждет. Там,
видно слезы, слышно о соли. Вот твой корабль приближается к берегу. За спиной слышно о соли. Вот твой корабль приближается к берегу. Наша Ассоль, Дима Меркушев, наш Эгель, Сергей Колесников, Кэп Гоп, вот перьев от него, Катя Гервагина, клавиши, Таня Изотова, органчик, Алиса Веч, перкуссия, бэк-вокал. И вон за ней сидит Лангрен, наш Миша Гусев, и на басу он еще у нас сыграл. Меня зовут Окса. Вот. Спасибо. Читайте Грина. Огромнейшее спасибо. Какое путешествие мы совершили. Я это говорю. Под этими парусами.